Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В начале осени в нашей стране заметно подскочил спрос на подержанные иномарки. По подсчетам агентства «Автостат» почти на треть. Наиболее популярной моделью остался Ford Focus. На втором месте Hyundai Solaris, плюс 36% в сравнении с сентябрем 2019-го. Бронза у Kia Rio, прибавка на 41%. Также в первую пятерку вошли Renault Logan и Toyota Camry. Трасса 101. Каждый третий российский автомобилист ставит регистрационные знаки с прежней машины на новую. В основном автовладельцы делают это из-за красивого сочетания букв и цифр в номерах. Немало тех, кто просто к ним привык, сообщает о результатах опроса издания «За рулем». Примерно каждый десятый водитель не знал о том, что старые номера можно оставить за собой. Большинство же респондентов на этой теме, как говорится, не заморачиваются. Трасса 101. За последние 6 лет новые легковые автомобили в нашей стране подорожали на 2/3. Если в 2014-м, информирует агентство «Автостат», средний ценник свежей легковушки был на уровне 1 миллиона рублей, то теперь почти 1 миллион 700 тысяч. Основных причин для этого две – инфляция и падение курса рубля. Добавлю, по прогнозам многих экспертов, новые машины массово подорожают до Нового года минимум еще раз. Трасса 101. Ульяновский автозавод запустил, пока только в Москве, программу аренды внедорожников «Патриот» с автоматической трансмиссией. Машину можно взять на прокат на срок от 4 до 28 дней. Стоимость, соответственно, от 10 тысяч до 55 тысяч рублей. Пробег не ограничен, ОСАГО и КАСКО включены. Воспользоваться услугой могут граждане в возрасте от 25 лет со стажем вождения минимум 3 года. Трасса 101. А компания Nissan запатентовала в нашей стране электрический кроссовер Ария. Переднеприводный автомобиль, схожий по размерам с X-Trail, будет оснащаться одним электромотором мощностью до 250 лошадиных сил, до 300 с небольшим лошадей, если привод полный. Запас хода от 360 до 500 километров. Сроки начала продаж новинки не уточняются. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.